21 ноября с 22.10 до 23.25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли-Басар-Кечарского района и Чинарлы-Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астав-Дашкисанского района и Коханаби-Товузского района. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 16.50-21 ноября до 01.05-22 ноября с перерывами подвергали обстрелу позиций нашей армии в Ходжавенском и Физулинском направлениях. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.